cut so much you thought I was a DJ. Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и сегодня мы будем продолжать строить наш механический дом в Майнкрафте. Ну и перед началом, так сказать, постройки механического дома, хотелось бы сказать, ребят, как-то сильно упала активность. Я понимаю, сейчас как бы уже еще идет лето, все на морях, но все же активность вообще практически на нуле. Хотя, в принципе, ну ладно, активность упала. Особенно на летсплее по Майнкрафту. Я стараюсь, делаю для вас. Пожалуйста, ребят, посмотрите данный летсплей. Летсплей очень, ну, как по мне, очень получился прикольным. В общем, и также сейчас, может быть, сегодня же выйдет еще видео по игре Fallout 3. Я уже записал первую серию. Рендерить еще пока что не ставил. Вот. Так что посмотрите летсплей, может даже я в этот летсплей буду звать людей, там, ну, подписчиков или людей каких-нибудь там ютуберов, которых я знаю, вот, например, либо как Дарт Кинга, либо Ванька Плея, в общем, посмотрим. Ну что ж, давайте приступим к постройке механического дома. Так, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем делать вот там вот нижнюю комнату, которая комната с порталами. Вам эта идея довольно-таки понравилась, и я решил ее воплотить. Да что ж это такое-то? Ага, все. Ясненько. Так, значит, мы будем делать вот такую вот комнатку. То есть я предлагаю ее сделать. Да что это? Что ж ты будешь делать? Я сейчас вырублю ВКонтакт, ВК. Вот так. Я предлагаю ее сделать вот такой вот. То есть вот так вот у нас будет комнатка эта идти, то есть три у нас таких вот будет, как бы она так расширяться, эта комната будет. Так, нет, пока что вот так. Строю сейчас я в одиночке, поскольку некоторые команды, которые мне нужны будут, они, их здесь нету, вот так. Поэтому строю я в одиночке. Так, ночное зрение у меня на максимуме. Значит, давайте приступим. Собственно говоря, я думаю, такая небольшая комнатка будет вполне нормально. Просто я, знаете, ну вот я тут расширил, вот такую вот комнатку сделал. Я просто хочу сделать, допустим, вот тут портал, вот он будет идти, портал, да, наш любимый. А вот здесь, допустим, вот тут вот, уже будет идти комната, куда мы будем телепортироваться. То есть вот так. Я думаю, идея довольно-таки неплохая. Так, ну пол я это заделаю потом. Сейчас пока что нам нужно сделать очертания нашей комнаты. И здесь будет огромная дверь. Вот такая вот, сейчас я покажу вам. Вот тут будет такая вот дверь. У нас из песка, или может не из песка, не знаю, подумаю. Вот, которая у нас будет вести в большую-большую комнату. Так сказать, в склад. Ну, склад я уже построю без съемок. Поскольку, ну, надо же что-то, чтобы у нас, так сказать, оставалась какая-то хоть интрига. Так что склад я построю без съемок, но я скажу вам, он будет довольно-таки эпичным. Так, значит, строим такую вот хренотню. Я не знаю, в принципе, какая комната, ну, идей у меня было мало насчет этой комнаты. Так что я пока что решил так построить. Если вам не понравится, то мы изменим. То я, точнее, изменю дизайн этой комнаты, сделаю чуть другим. Вот эти вот летучие мыши, они меня бесят немножко. Так, значит, так, и последний блок. Вот так. Я думаю, будет вполне адекватно. Тут сделаем вот так, и тут у нас будет дверь. Давайте сразу наметим порталы. Порталов, я думаю, сделаю 4 штуки. То есть первый портал у нас будет вот здесь. Второй портал у нас будет 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Где-то вот здесь второй портал у нас будет вот так идти. Ну, и два портала с этой стороны будут идентичны. То есть вот так. Вот таким вот образом. И теперь нужно выбрать, какой же блок у нас будет.
на порталы использоваться. Я думаю, адский кирпич, поскольку он довольно-таки смотрится неплохо, и в порталах, я думаю, он будет смотреться тоже неплохо. Так, здесь мы тоже, наверное, заменим на этот блок. Так, здесь тоже заменим. Вот таким вот макаром. Так, пошла вон мыша летучая. Надо будет тут осветить, чтобы они тут не спавнились. Потому что их тут очень-очень много. Вот так. То есть вот они, мы наметили порталы наши. И давайте теперь приступим. У меня вот такая вот идея была. То, что у нас блок воды восьмерочка, да? Мы сейчас попробуем сделать так. Ага, точно. Надо сразу врубить мем для сети. Пишем set block. Тильда, ой-ой-ой, что я делаю? Тильда 8. Попробуем, не получается, да? Но все-таки я это сделаю через mcedit, сделаю порталы с водой, то есть через mcedit. Так будет, я думаю, проще и нормально, ну, и лучше. Ну что ж, давайте теперь сделаем, наверное, систему, которая у нас будет отвечать за, так сказать, наши порталы. Я думаю, я ее сделаю вот здесь, в середине, под полом, поскольку так будет, я думаю, лучше. Еще у меня такая есть идея, можно сделать... Ой, что-то реально, что-то какие-то лаги странные, а ну-ка, настройка графики. Чанки 8, в принципе, нормально, это, наверное, из-за того, что у меня... Давайте я сейчас тут повыключаю некоторые программы. Вот так, все. Я думаю, так будет лучше. Да что ж это такое, все равно нифига. Вот. В общем, смотрите, ребят, я такую фичу придумал, что можно сделать бэт-пещеру. Воу, что это было? Ага, да, баги. В общем, можно сделать бэт-пещеру. Вот такую вот я придумал фичу. Довольно-таки, мне кажется, интересно, и ни у кого такого не было. Я хотел еще сделать бэт-пещеру в своем прошлом доме механическом, но из этой бэт-пещеры получилось, так сказать, обычный этот, как его, обычная моб-арена. Вот, а это мы прям будем оформлять все как под бэт-пещеру. Вот, напишите в комментариях. Такого я тоже не видел ни у кого. Так, я пока что уберу все дело. И теперь нам нужно взять командный блок. Выкину пока что мясо. Возьму командный блок. Командные блоки должны стоять на 3. Значит, 1, 2, 3. Ну, где-то вот здесь начнут стоять командные блоки. Да что ж это такое? Так, нужно красный факел. Быстро, 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 красный факел. Во, все. Сейчас начнутся баги, и потом с вот этой вот всей фигней, поскольку я все-таки перешел в одиночку с сервера. Так, у нас 4 портала, значит, ставим 1, 2, 3, 4 командных блока. То есть у нас будет теститься, когда мы будем вот здесь, вот тут. Кстати, да, я сразу же забыл взять ручку и листик, чтобы записывать координаты, но ладно. Ничего страшного, я думаю. Так, значит, ставим это все дело вот так. И теперь здесь мы ставим наши, так сказать, компараторы. Да, ёшкин кот, Карен Бабай. Надо будет факел с собой носить всегда. Вот так. Здесь мы поставим блоки. Ну и вот здесь у нас будут стоять командные блоки. То есть вот так вот мы будем заходить, допустим, туда, и мы будем телепортироваться. Ну, а здесь, я думаю, я, может, расширю эту комнатку, и будет чуть больше сделано. Ну, то есть, чуть больше, там, на один блок, может быть, и будет дверь. Так, давайте, может, я сейчас сразу ее расширю на один блок, и тут будет стоять дверь из песка, я думаю. Ну, или какая-нибудь, я не знаю, подумаю. В общем, такс. Ну а за этой дверью будет либо развилка, либо склад. Я еще тоже подумаю. Да ёшкин кот. О, все. Так, теперь начнем вставлять координаты, так сказать. Начнем я, пожалуй, с этого блока. Так, нажимаем F3, выбираем чат и пишем
8, 29, 47. Давайте 46 поставим. И 174. Ctrl-A, Ctrl-C. Вот так. Угу. И теперь, значит, вставляем команду сюда. Пишем test for собака A, точнее P. А ну, для выбора ближайших игроков. Да, для выбора ближайших нам надо. Дальше открываем скобку, пишем, по-моему, так, x равно, x равно, я сказал. Так, здесь так, потом ставим запятую, это точка, вот она, запятая. Дальше ставим, по-моему, пробел, y равно вот так. Так, теперь ставим опять запятую, z равно, я не помню точно, так что будем сейчас смотреть. И радиус равен единичке. Закрываем скобку. Вот так. Можно это, в принципе, сделать. Хотя нет, я лучше это сделаю вот так. Готово. Ну да, и у меня... Так, а ну-ка, давайте теперь проверим, пройдет ли у нас сигнал. То есть вот мы поставили, и поставим сюда лампочки, ну, чтобы проверять. Да, то есть вот мы входим в портал, выходим. Я думаю, лучше будет сделать вот так. То есть смотрите. Сделаем мы это все дело еще чуть дальше. Вот таким вот образом. Здесь мы поставим репитеры на задержку в один клик. Здесь поставим блоки. И здесь поставим наши эти. Можно, в принципе, было это сделать одной командой, но одной я не хочу все делать. А если поставить 47, а не 46? Да ёшкин кот. 47. Так. Я думаю, будет идеально практически. Можно будет добиться идеальной рандом, ну, точнее, идеальной этой. Так, сейчас проверим. Нет. Тут все-таки лучше убрать задержку. Ну, небольшая должна быть какая-то. Да, все есть. Небольшая задержка у нас есть. Ну что ж. С ТП я потом разберусь, то есть мы так заходим, и мы телепортируемся в комнатку. Так, можно, в принципе, было это сделать на обычных порталах, то есть вот таких вот. Сейчас я вам покажу, если они у меня здесь есть. Да, они у меня здесь есть. На вот таких вот обычных порталах можно было это все сделать. Нет, это портал, это ёшкин кот. Здесь я не... ТП-шнусь вент. Так, ребятки, пауза. В общем, все, народ, я разобрался. Ой-ой-ой, что-то реально какие-то лаги. Ну, в общем, неважно. Так, все окей, у нас все работает. Порталы у нас работают. Я сказал, работают. Да, работают. Значит, давайте то же самое мы сделаем везде. То есть скопируем эту команду. Ctrl-C. И по идее мы должны только лишь изменить Y или X. Передвижение по X. Да, 829. Давайте попробуем. Посмотрим, что там нам нужно изменить. 829, 70, 67. То есть вот так. 829, 47, 167. 160. По-моему, там 7 было, если я не ошибаюсь. Да ё-моё! Напишите в комментариях, кстати, как бороться с этим багом. Да, 167 там было. Я изменил. 167.
Готово. Все. Теперь, по идее, должно и там теститься. А ну-ка, сейчас мы это все проверим. Тестится оно. What the fuck? Что за говно? 167. А, я не туда скопировал эту команду. Ctrl-A, Ctrl-V. Вот так. 174 это... Так, 167. 174. Да, все работает. Значит, давайте теперь скопируем. Вот сделаем здесь наши команды. Так, давайте вот это мы уберем. Все дело. Здесь у нас поменяется, в принципе, только x 838. Угу. 838. Все, в принципе, тут у нас только x поменялся. Да. А здесь у нас поменяется x. И все тоже. Тоже x. Ctrl-A, Ctrl-C. Ctrl-V. 38. Все, по идее, все готово. То есть мы заходим вот сюда. У нас все тпшит. Мы заходим вот сюда. У нас загорается. Все отлично. Так, противоположная сторона тоже работает. Да, все хорошо, все отлично, все обновляется. Все просто шикарно. Так, давайте здесь, наверное, сделаем пол. Сразу, чтобы был. Так. Давай быстрее. Поскольку он нам сразу тут нужен будет. Вот, то есть наш механизм, так сказать. Так. Пол я предлагаю сделать из дубовых досок. В принципе, я так думаю. Будет смотреться неплохо. Ну, потом наш любимый, наш чикабум, так сказать, нам тут все задекорирует. Ну, а порталы я сделаю, соедите, заменю воздух на воду, и все, и не будем париться. Просто-напросто. Так. У меня заканчивается зелье ночного зрения. Да, сразу говорю, не пишите в комментариях то, что вот, пропиши эффект. Здесь это не работает. Я пробовал. Здесь эффект прописать не работает. Так что вот такие вот дела. Почему-то, я не знаю, почему оно не работает, но у меня оно не пробит. Так, это мы, значит, все заделываем. Делаем. Вот так. Вот. Вот. Ну и комнаты я уже начну делать, я думаю, в следующих сериях. То есть тут, допустим, нам надо посмотреть, как тут, что будет у нас. А ну давайте сейчас сразу таблички расставим, где что у нас будет. Я думаю, здесь я за... Да уйдишь ты. Да, я сказал, уйди. Ой. Вот. В общем, я думаю, в этом портале у нас будет плавильня. И здесь у нас будет библиотека большая. Потом здесь у нас, допустим, будет какой-нибудь, не знаю, там... Ну, в общем, напишите в комментариях, что сделать в этих двух порталах. Вот в этом и в этом. Пока что эти уже заняты, а что сделать в тех порталах, я не знаю. Так что напишите в комментариях, я это учту, и все будет офигенно. Пока что эти порталы у нас уже заняты. Давайте даже сделаем вот так. Сейчас. Так, 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 так. Где, 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 где? А, чё, блин. Вот так и вот так. То есть у нас будет обозначаться вот эти заняты порталы. Вот так вот.
пока что. А эти свободные, это будет пока что. Вот, вот где... Короче, на вот эти порталы напишите в комментариях, что сюда замудрить, я так думаю. Ну, еще бы освещение здесь сделать. Давайте я сделаю одно освещение здесь, еще вдобавок. Значит, возьмем, наверное, вот эту шерсть. Вот так. Поставим кнопочку на нее. Сделаем таёшкин кот. И сделаем освещение, так сказать. Вот так. Так, давайте сразу, наверное, возьмем опять же табличку нашу любимую. И возьмем ночное зрение. Все. Тут пишем свет. Да ёшкин кот. Свет. Свет. Вкл. Ясно. Выкл. Вот так. Включить, выключить. Все. Значит, я думаю, освещение здесь делаю самое простое. То есть вот такое вот освещение у нас здесь будет. Самое. Да уйди ж ты вон. Вот самое такое простенькое освещение. Будет сильно мудрить здесь не будем. А вот уже в большой комнате уже там будет намного все поинтереснее. Так. 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 Вот так вот. Вот так вот. Вот так и вот так. Ага. Все, значит, здесь мы можем уже. Так, надо зельку выпить. Так. Табличка. Даю. Так, значит, здесь у нас будут так стоять репитеры. На задержку в один клик, я думаю, будет достаточно. Так, 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 и вот так. Все. Задержка в один клик, я думаю, будет вполне достаточно. Ясно, нужен опять красный факел. Вот так. Так, и вот так. Все. Ну, теперь давайте сделаем самый стандартный отвод нашего сигнала. То есть вот так вот у нас будет идти сигнал. Здесь мы поставим вот эту фишку. И здесь мы поставим вот так. То есть сделаем вот так. Вот так. Вот так. И я не помню, по-моему, вот так, если я не ошибаюсь. Честно говорю, ребята, я уже не помню. Ну, в принципе, тут... Нет, тут все-таки играет роль компактность. Угу. Значит, ставим здесь так. Здесь поставим. Здесь поставим, поставим, поставим. Подождите, что-то я... Давайте здесь попробуем прорубить. Да, все, в принципе, то, по идее. Да, по идее, все то. Окей, значит, давайте это все теперь дело мы поднимем наверх. С помощью вот такой вот инверсии. Я так думаю. Вот так, и вот так. Все. И... сделаем здесь вот так, проведем просто редстоун, вот так. То есть вот такая вот у меня получилась схемка, можно даже ее сделать вот так просто, чтобы ровно и красиво было. Теперь при нажатии на эту кнопочку у нас будет включаться свет. Ну, еще можно, в принципе, отвести вот сюда свет, то есть чтобы освещал таблички с надписями. То есть сюда, сюда, сюда и вот сюда. Здесь поставим на них блоки. Так, так. Здесь поставим... Стоп.
Ладно. Здесь поставим возле них Redstone. Вот таким вот макаром. Можно даже вот так поставить. Здесь, чтобы не париться. Поставим здесь репитер. Здесь репитер. И здесь репитер. На задержку в один клик тоже. Здесь поставим... Нет. Вот здесь репитер поставим все-таки. Здесь блок. Ой, вот здесь блок. Вот здесь блок. Во. Вот так вот и сделаем. Ну, я над компактностью не парюсь. Подключение подключаю как моей душе угодно. Вот такой вот у нас получается свет в этой комнате. То есть нажимаем на кнопочку. Все вырубается. И нажимаем еще раз на кнопочку. Все вырубается. Можно еще, конечно, сделать там этот, ну, пока что будет так. То есть вот таким вот образом. Комната с порталами у нас практически готова. Осталось только сделать сами вот тут комнаты, потом сделать их дубликат этих комнат, вот сюда вот на порталы на наши, и все. И в принципе мы уже закончили комнату с порталами. В общем, я думаю, на этом мы закончим постройку механического дома. Имеется в виду серию, то так сказал, как будто все уже заканчиваем всю постройку дома. Тут еще, кстати, можно сделать вот так. Где-где-где-где? С песчаника, ступеньки. Вот они, ступеньки из песчаника. И можно сделать вот так. Еще вдобавок. Там поставить блоки. Во! Вот таким вот образом. Это все у нас будет выглядеть. Тут, кстати, можно сделать то же самое. Чтобы было красиво. Во! Ну что ж, на этом, я думаю, мы закончим. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Ребят, напоминаю еще раз, поднимайте, давайте поднимем активность. Особенно на летсплее по Майнкрафту. Я стараюсь, я пилю для вас этот летсплей. И так что вот такие вот дела. Ну что ж, на этом я еще раз повторюсь, закончим. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Джокер. Всем удачи, всем пока. Love is you.